Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный Дворик, и с вами я, Елена Бородина. И сегодня я вам буду показывать вес бройлеров, которым 11 дней. Но сначала я вам покажу показатель здоровья бройлеров. А показатель здоровья бройлеров – это их помет. Я специально сначала решила снять видео про взвешивание, ну а потом уже почистить под клетками, чтобы вам показать их помет. Вот смотрите, какой отличный помет у бройлера. Сухой, плотненький. Ложится прям как колбаска, можно сказать. Ну прям помет отличный, приотличный. Посмотрели мы с вами помет. Ну а теперь показываю вид бройлера. Вот это одна клетка. Вот это другая клетка. Здесь я их еще не разбудила, не пошебуршила. Здесь они спокойно спят. Ну давайте, вставайте. Покажитесь во всей красе. Вот видите, помеченный бройлер. Он у нас вчера вес большой показывал. И мы его пометили. Но не самый большой. Кто-то здесь еще есть с самым большим весом. Ну что, давайте их взвесим. Смотрите, как они уже лысеют. Вот, видите? Уже пух весь выпадает, а пера еще нет. Сейчас они еще нормальные на внешний вид. Но какие страшненькие они будут буквально через дней 5. Это просто ужас. Вставайте, давайте, друзья. Что смотришь? Пойдемте на весы. Итак, норма веса. Норма веса в 11 дней 330 грамм. Урос 308. Они уже должны были за сутки вырасти на 40 грамм. Посмотрим теперь мои показатели. Включаю весы и начинаю взвешивать. Беру первого, который у нас сидит вечно на кормушке. 408 грамм. Ну так-то большой. Но у нас был вчера уже один 399 грамм. Давайте вот этого посмотрим, который у нас отмеченный. И он у нас весит 410 грамм. Вот еще взвесим бройлера. 412 грамм. Вот небольшого взяла бройлера. 376 грамм. Хорошенький. Тихо-тихо. Еще один бройлер. 474 грамма. Ну какой красавец. Давайте уберу тут кальций-бор-глюконат. Смотрите, какой красавчик стоит. Прелесть. Так, вот средненького взяла. 400 граммов. Сейчас самого маленького выберу. Вот малышок, мне кажется. Нет, 412 грамм. Не малышок. Пойдет. Сейчас посмотрим в другой клетке маленького. Вот, нашла я самого-самого мелкого. Так, давайте поправим. Так, и самый мелкий у нас весит 360 грамм. Но все равно больше нормы. Идем. Вот, еще одного маленького нашла. Вот, смотрите, вот это действительно самый маленький. И надо его заметить. Он весит даже меньше нормы. Все, заметили мы тебя. Посмотрели вы вес вот этих бройлеров. Так.
так-то мне они уже нравятся. Даже очень нравятся. Но вы знаете, вот как они стрессуют, когда их начинаешь взвешивать. И, конечно, не показывают те результаты, которые могли бы они показать, когда они в спокое сидят. Вот уже смотрите. Вот видите, уже кто-то дрестанул. Кто-то уже получил стресс. Да все они получили стресс. И те, которые сидели, и те, которые взвешены. Но эксперимент есть эксперимент. Так и будем их взвешивать. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Мира и добра вам и вашим семьям. Вы были на канале Солнечный дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Пока-пока.